Дякуємо, дякуємо, брате, дякуємо, отець Сергій. Ваша нова протестантсько-православна літургія набирає собі неймовірніших обертів, навіть Бориса Гребенщикова. Класно туди вплили, красною нитью. Це дуже добре. Ми за акваріум, так що слава Богу. Ми в темі. Слава Богу, сьогодні таке багато служіння і словом, і піснями, і гостями. І теж Андрій і Віка хочуть заспівати, да? Нам піснями. Да. Ми вітаємо їх. І як вони будуть співати, ми теж хочемо помолитися за пожертви і благословити братів сьогоднішніх. І служіння в АТО, я думаю, це ж частина, яку ми хочемо підтримувати, ми підтримуємо. А тому що насправді більше з нас, ми навіть до кінця не уявляємо, що там робиться. Але навіть ті крохи, ті свідчення, які десь приходять, вони насправді будоражать. І я вірю в велике процвітання України, я вірю в те, що Бог зробить багато чого. Але це робиться, на жаль, зараз великим потом і великою кров'ю. Тому як буде Андрій співати, Юра дасть кошик, і хай Бог благословить кожну руку, яка дає. Як ти добрався? Все нормально? Добрий ранок, церква. Дружина каже, спілкуйся російською, а то в мене перлів стільки буде ляпів. Знаєте, дорога церква, слава Богу, да, Бог помог нам приїхати і дав способствує нашому дальнейшому переїзду в Львов. І поки, знаєте, я такий парень. Вот, допустим, слава Богу, когда христианин может сказать, ей гряди Господи, да? Так вот, у моей бабушки на огороде огурцы росли, и они постоянно, я не знаю, почему так, то ли без воды росли, такие толстокоры были, да, и они горькие были. Но когда их засолишь, вот, они очень вкусные, потому что они не расплывались. Но, наверное, знаете, есть таких огурцов, которые там не ей гряди Господи, а ей соли Господи. Вот, чтобы солили меня. Хорошо. И знаете, такой парень неверующий, жена говорит, да нет, смотри, мы до лета, до весны, да? Говорит, до осени переедем 100%. А я такой верующий, мне надо пальцы вложить, вот, да, нормально, переедем. Да, и слава Богу, Господь помогает, мы должны переехать уже в мае вначале, ну, уже остаточно остановиться. И, знаете, за все надо Господа благодарить по причине того, что, ну, вот, не хочу говорить, знаете, чего-то личного, хочу говорить вот именно свои переживания. Вот непредвиденные обстоятельства, мы должны были в субботу ехать во Львов, но мне позвонили, мне нужно было срочно по документам ехать в Краматорск. И это пересекает линию разграничения очень долго, 12 часов в одну сторону. И самое главное, что я решил свои вопросы, мне нужно было с профессором кафедры постдипломного образования встретиться, я решил свои вопросы за полчаса, за 40 минут где-то. И получилось так, что назад едем, Боже, слава тебе, ну да, это выглядит тату, дякую, там, татусю, вот, а получается так, что, да, там, мама звонит, ну что, вы уже, да, подъехали, обратно получается доехать, но я по времени смотрю, да, вообще отлично, Боже, мы тебя благодарим, и мир такое сердце, да, и мы подъезжаем, там, и время вроде бы еще не поздно, а нам, уезжайте, не пустим. Вот. И мы, знаете, вот мир уходит. Этого не должно быть, знаете. Просто Господу видней. Почему мы, в какое время, где мы должны находиться. Поэтому будем благодарить за все. Господа. Слава Богу. И уже, да, брат ушел в вечность, но песни его живут. Ибо вовек милость Его.
Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на себя. Истинно ты возвал я Господу, и Он услышал сквозь меня. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на себя. Сотворил Господь, радуйся и веселись, ты мой Бог, буду славить тебя, буду тебя превозносить.